вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі тема нашої прес-конференції наступна. Про потреби та права чорнобильців. Брифінг до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня. Про це говоримо з Ігорем Турчиним, головою Дніпропетровської міської спілки «Союз Чорнобиль Україна». Пане Ігор, я вас вітаю. Доброго дня. Розповідайте, яка наразі ситуація з чорнобильцями міста? Чи всі забезпечені необхідним? І як будете відзначати сьогоднішній день, 14 грудня? Ну, якщо ви не заперечуєте, я буду по-російськи. Так, будь ласка. Краще трошки розмовляти. Як вам зручно? Спасибо. Смотрите, в 1991 году Украина, независимая Украина, приняла закон о статусе пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Это прекрасный закон, и если бы он выполнялся полностью, в полном объеме, это было бы здорово. Но, к великому сожалению, вот за 30 лет независимости более 50 поправок внесено в этот закон. Причем внесены они не в сторону улучшения, а, естественно, в сторону ухудшения. Ну, таковы реалии нашей страны. На сегодняшний день функционирует главная наша льгота, которую мы очень волнуемся, чтобы ее не сняли, это льгота по коммунальным услугам. Это ликвидаторам первой и второй категории и пострадавшим первой и второй категории льгота на коммуналку 50%. Те, кто приравнены к инвалидам войны, у них 100% по коммуналке. К великому сожалению, в 2015 году правительство Яценюка внесло в Верховную Раду, и Верховная Рада проголосовала за снятие и замораживание определенных льгот для чернобыльцев. Так, в частности, вторая категория, а это ликвидаторы 1986-87 годов, и также эвакуированы, были лишены права на оздоровление. То есть, если раньше государство им выдавало путевки, ну, старалось выдавать, то сейчас эта льгота для этих людей была закрыта. Путевки бесплатно выделяются только для ликвидаторов и пострадавших первой категории. Это инвалиды. То есть к первой категории относятся только инвалиды. И я очень благодарен городскому совету, и в частности мэру города Борису Альбертовичу Филатову, за то, что город по его инициативе подставил нам плечо. У нас в городе существует комплексная программа защиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Это как помощь к этому закону. И город начал выделять путевки, закупать путевки для ликвидаторов и эвакуированных второй категории. Я сейчас перечислю все льготы, которые не льготы, а те пункты программы основные, которые работают в нашем городе. Я горд тем, что это целевая программа. Это не просто вот слова вокруг да около, как у нас зачастую бывает. Это реальная помощь Чернобыльским вдовам 26 апреля. Это покупка путевок для наших героев второй категории, которые являются ликвидаторами и пострадавшими. Более 200 путевок покупает город ежегодно. Это до 2021 года. 2022 год, вот мы недавно приняли бюджет, я скажу приблизительно, какие цифры в этом бюджете. Это, кроме того, помощь всем инвалидам 14 декабря в день шанования участников ликвидации аварии на ЧС. Ну, не помощь, материальная поддержка. Я слово «помощь» не хочу это говорить, такое слово. И причем материальная поддержка идет не только инвалидам, у которых есть связь заболевания с Чернобылем, но инвалидам по общему заболеванию, ликвидаторам или пострадавшим. У нас где-то 900 человек инвалидов со связью и 250, я говорю приблизительные цифры, может быть чуть меньше, инвалидов по общему заболеванию, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
ликвидаторов, эвакуированных. Вот сейчас, 14 декабря, в день шинования ликвидатора аварии на ЧАЭС. Мэр города Борис Альбертович Филатов подписал распоряжение, согласно которому 1065 инвалидов будут поощрены материальной поддержкой в размере 3500 гривен. Это 3 700 000, выделено из городского бюджета. Кроме того, у нас выделяется, это в городе Днепре, выделяется 1 миллион гривен на операции, покупку стенов, химиотерапии, зубопротезирование, реабилитация после инсультов, инфарктов. Это, я еще раз хочу подчеркнуть, что это только город Днепропетровск. Вот такая расширенная программа. Теперь я скажу приблизительно цифры на 2022 год. Угу. Значит, в 2015 году сумма, общая сумма программы составляла 3,5 миллиона гривен. Для меня 2015 год был в какой-то степени переломный. Я честно скажу, что я хотел уйти вообще с Чернобыльского движения. Ну, были у меня такие мысли. Я не стал депутатом в этот год. Была какая-то депрессия. Меня позвал мэр, мы с ним очень долго разговаривали. И он сказал: я знаю, что вы хотите бросить чернобыльскую работу. Скажите, пожалуйста, что вас настораживает? Я сказал откровенно: Борис Альбертович, я боюсь, что пришла молодая команда, для которой слово Чернобыль, слово Афган, ну это какое-то такое далекое прошлое. Он сказал: Игорь, я по образованию историк. Я прекрасно понимаю, что мы должны чтить героев и помогать им, тем героям, которые в свое время спасли нашу Родину, которые выполнили свой воинский долг. Поверь мне, что программы не только не будут закрыты, заморожены, они только будут наполняться финансово, я даю тебе слово. И уже в 2016 году эта программа была увеличена в два раза, то есть 7 миллионов гривен. 2022 год, принят бюджет, и чернобыльская программа составляет 17,5 миллионов. То есть фактически с 2015 года программа увеличена в 5 раз. В 2022 году будет увеличена помощь инвалидам, будет увеличена помощь вдовам. Очень существенно будет увеличена помощь на оздоровление. То есть вторая категория, это участники ликвидации аварии второй категории и пострадавшие, получат больше путевок. Причем будет увеличена сумма закупки самой путевки. Более 300 человек город сможет оздоровить свой за счет бюджета города. Опять же, выделены деньги и на помощь при операциях, при зубопротезировании, то, что я уже говорил. Помощь в восстановлении после тяжелых болезней. Вы знаете, когда человек остается с бедой один на один, и когда город подставляет плечо, это дорогого стоит, это очень серьезно, это огромнейшая помощь. Поэтому хочется пожелать в этот день всем нашим героям здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И, конечно, выразил глубокую благодарность и городскому совету, и руководителю города Борису Филатову. Значить, ці питання будуть уточнення. Я правильно розумію? Тобто, якщо брати загальну цифру першої та другої категорії чорнобильців, це 1065 у нас залишилося в місті? Ні. Значить, смотрите, у нас, я назову цифри, вдов 1300 чоловік, інвалідів 1065 чоловік, вторая і третя категорія, ну, більше 2000. Тобто, взагалом, це... Ну, около 6 тисяч. Я не беру ще евакуїрованих, второї, третьої категорії, переселенців. Це все составляє той контингент чернобыльський, який може пользуватися той підтримкою, яку оказує город Дніпро. Скажіть, будь ласка, ще відомо, що повинна так чернобыльцям надаватися програма «Доступні ліки». Безкоштовні ліки від держави. Як з цією програмою? Чи все нормально?
Смотрите, областной совет выделяет средства из своего бюджета, которые распределяются по городам. Я скажу по Днепропетровску. Угу. Значит, эти средства попадают в департамент социальной политики, и департамент социальной политики объявляет конкурс по всем сетям медицинским, аптечным, которые после этого выделяют бесплатно лекарственные препараты, и им идет компенсация с городского бюджета, а городской бюджет получается областного в виде субвенции. Значит, на 2021 год общая сумма составила 1 200 000. На 2022 год, насколько мне известно, эта сумма составляет более 1 300 000. Значит, где-то в месяц получается 100 тысяч гривен на чернобыльцев. Казалось, сумма большая, да? Но если мы 100 тысяч в месяц поделим на 7 аптек, которые по сети разбросаны по всему городу, то получается где-то 15 тысяч, 18 тысяч на одну аптеку. Катастрофично мало. Это мало, да. Причем, если у нас лекарства должны получить и первая категория, и вторая, но деньги выделяются только на первую категорию. Это, к сожалению, я не могу это поломать. Это областной бюджет, но, как я подчеркивал, город поддерживает. Город выделяет специально 1 миллион на помощь в болезнях, в покупке лекарств, вне зависимости от категории. Первая, вторая, третья категория. И вот в Днепре более 60 человек, которые нуждались в очень сложных операциях, в реабилитации, химиотерапии, получили где-то более чем на 800 тысяч лекарственных препаратов. На яких хвороби найчастіше страждають, так, ліквідатори аварії начальники? Ви знаєте, у нас в чому у нас проблема? Госпожа Супрун, міністр здравоохранения, в своє время сделала реформу, да? Согласно этой реформе, ліки ходят за больным. И получилось так, что у нас по постанове Кабинета министров больница Мечникова есть чернобыльское отделение. Это единственная больница, которая на область имеет право лечить чернобыльцев. К великому сожалению, там сокращены дни пребывания. Уже до 9 дней. Как можно лечиться за 9 дней? Да? Никак. Минус выходные. Но нам объясняют, мы не лечим, мы обследуем. А где лечиться? Кроме того, к великому сожалению, то, что сделал Супрун, нету дотаций с областного бюджета, а это больница областного подчинения, нету дотаций на чернобыльское отделение. И то бишь побратимы приходят, им говорят: ребята, с лекарствами есть проблемы. Более того, к великому сожалению, уже у нас который месяц практически не работает госпиталь инвалидов войны. У нас в городе Днепропетровске более 600 инвалидов чернобыльцев, которые приравнены к инвалидам войны. Это ребята в погонах выполняли свой воинский долг. Тоже дотации нету, там тоже есть проблемы. Я понимаю, что это более государственный уровень решения этих вопросов. Но, к сожалению, мы стучимся, нас пока не слышат проблематично. Скажіть, то відомо, яка ситуація в Дніпрі, більш-менш вона нормальна, є підтримка. Чи відомо вам, що в інших містах, можливо, ви спілкувалися з союзами, так, чорнобильців інших міст, яка ситуація там, взагалі, про всеукраїнський рівень, так? Більш-менш схожа на Дніпр ситуація в Кремрогу. Там теж делается упор в помощь. Там в основном инвалидам помогают. У нас более расширено, мы стараемся охватить всех. Во всех остальных городах есть проблемы. Город Днепр первый в 2006 году принял программу помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Эта программа стала примером для многих городов. Я знаю, что мы посылали эту программу в Харьков и в Кремрогу. Они на базе нашей создали свою программу.
Полтаву посилали свою програму. Ну, я ж говорю, з нами може сравнитися тільки Кривий Рог. Всі остальні міста України є проблеми. Останнє питання. Чи бачите ви тенденцію, що, на жаль, так от, пам'ять про тих, хто рятував людей від цієї катастрофи, трохи забувається? Якщо відкровенно, то так. Да. Може, пам'ять не забувається, але відношення не таке, як хотілося б бути. Хотілося б кращого відношення. Чи є, наприклад, в цьому році так померлі чорнобильці? Скільки їм уже років в середньому? Смотрите, наш город является хорошим, добрым исключением. Я всегда гордился и горжусь о том, что у нас краугольный камень социальной защиты – это защита тех, кто защищал Родину. Это касается не только вот, ликвидаторов, пострадавших, это касается и атошников, и афганцев. Потому что наш город всегда понимает, что надо помогать тем, кто в свое время выполнил свой долг и защитил Родину. В отношении по Украине есть проблемы. Так, например, у нас пенсия составляется из двух частей, основной и дополнительной. Дополнительно наша пенсия заморожена 2015 года, опять же, правительство Яценюка. Нам выплачивают дополнительные средства на питание. Там есть определенная схема, формула. Так вот, уже на протяжении 6 или 7 лет индексации нету. Как была, так и остается. Кроме того, есть проблемы с замораживанием коммунальных услуг в отношении вдов третьей категории. В общем, проблемы есть. Угу. Вот министр социальной политики Лазебна говорит, что мы в 2022 году все исправим. Я очень на это надеюсь. Еще уточнение. Какая в среднем пенсия? От чорнобильців, у інвалідів, от яка це сума? Я зрозумів. Смотрите, до виборів президента і парламенту у нас все було заморожено з 2015 року. Угу. У нас, коли пройшли парламентські і президентські, в 2019 році, да? В 19-му. Так от, починає за місяць до виборів, вдруг ввели нову формулу, і многим чорнобильцям, которые проходили через военкоматы, поменяли формулу и позволили повысить пенсию. Именно за месяц до выборов это произошло. Да, я поняла. Ну, звичайно, так. Вот, значит, где-то среднюю пенсию нам повысили, где-то у инвалидов третьей группы это 8 тысяч, у инвалидов второй группы где-то 10-11 тысяч. Но когда вот задают вопрос, у вас же там пенсии повысили, но никто не задает вопрос, а сколько мы денег тратим на лекарства? Никто этот вопрос не задает. Я скажу по себе, у меня где-то уходит в среднем от 3 до 4 тысяч в месяц на лекарственные препараты. И ну, я скажу прямо, я благодарен жене, что она все это покупает. Я бы не покупал. Она контролирует, сидит, чтобы я выпивал таблеточки утром, днем и вечером. Не дай Бог, я не вип'ю, це буде шум вдома. Ну, тож, підсумовуючи так, найбільша турбота – це все-таки в родинах. І любов лікує, так? Да, да. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Я дуже вдячна, що ви сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Ігор Турчин, голова Дніпропетровської міської спілки «Союз Чорнобиль Україна». Говорили про потреби та права чорнобильців, адже 14 грудня – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Мене звати Анна Горбунчук. Дякую вам за увагу. Спасибі, за побачення.